Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Хочу вам показать еще раз Лиолу, потому что сейчас буквально там еще денечек и головы ей оторвут для того, чтобы куст становился более пышным. Но красота, конечно, просто. Мне так нравится этот сорт, я прям от него балдею. Такая сама нежнятина, такие цветочки миленькие. Кустики очень аккуратные, она у меня дома растет возле бордюра. Такие аккуратные кустики, бесконечное цветение. Она цветет, не переставая, трудяшка вообще, трудяшка. И вот эти вот цветы бабочки, большие реснички посередине, цвет вот этот вот, мне напоминает почему-то, как вот яблоня в цвету. Такое что-то нежное, бело-розовое, с каким-то сливочным подтоном. Красота. Очень популярный сорт. Мы его на эту осень, 8 рядов, по-моему, мы его наразмножали. У нас было, наверное, недели две дождей. Дождь был просто не переставая здесь. И опять пошла трава. И вот мы сейчас будем очередной раз обрывать головы, обстригать цветам, кустам. И, собственно говоря, избавляться от травы, все пропахивается. В общем, обычная сельскохозяйственная работа. Вот я сейчас стою практически в центре поля. Аромат, конечно, просто неимоверный. Сейчас вот жарко, еще испарение после дождя. И вот аромат роз. Просто можно устраивать сеансы ароматерапии. Ставить где-нибудь кресло с подветренной стороны и сидеть. Просто наслаждаться ароматом. Ну, вот как второе цветение волна пойдет кустой после обрезки, я уже тогда сниму видео, зашлю приглашение через интернет-магазин, через письма. И все, кто хочет, может быть, приехать посмотреть на сорта. Но это не раньше, чем недели через три, я так думаю. Пока просто небольшие видео-зарисовки с сортами. Лиола. Красота. И вот наша земля крымская, светлая, цвета цемента с трещинами. Вот такая она у нас. Если в ближайшее время, называется, ее не вспашешь, не взрыхлишь, здесь будет реально цемент. Вот так вот. Ну, а пока всем спасибо и до свидания.